Всех приветствую снова на моем канале JVX. Ребята, подписывайтесь, кто еще не подписан. Сегодня у меня на обзоре классные наушнички. Это копия оригинальных AirPods от компании Apple. Значит, их там есть очень много. Большинство у меня на канале есть. Кто интересуется, может перейти посмотреть. Это i5 TVS 5.0. Реально очень похожи на оригинальные AirPods. И, кстати, звук, ну, если сравнивать их, допустим, с бюджетными i7 TVS, i9 TVS, реально они сильно отличаются. И по звуку, ну, здесь звук достаточно хороший. Да, низких басов, там низких частот немножечко не хватает. Но реально наушнички, которые своих денег стоят и которые еще более-менее, ну, нормально можно слушать. Вот если брать там другие, вот копия, не помню, какая это была, ты слушаешь, там просто невозможно. Оно там что-то пищит, что-то скрипит, это ужас. Здесь более-менее адекватный, нормальный звук, и которые максимально похожи на оригиналы. Сейчас мы их откроем, посмотрим на комплектик. Ребята, расскажу, как они подключаются и все это дело. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, дизлайки на свое усмотрение. Поехали к обзору. Итак, ребята, наушнички i5 TVS идут вот такой коробочкой. Она уже серого цвета по сравнению, допустим, с i7 TVS. Вообще все вот эти копии i9, i9 mini были в белых коробочках. Здесь уже серая. Я сразу вот взял свои оригинальные AirPods, которые от Apple, и будем сравнивать, как бы, насколько они отличаются от этих. Значит, коробочка вот так вот выглядит. Открываем саму коробочку. Здесь все абсолютно по-другому. То есть индикаторы, все по-другому. Вот таким вот образом они вытягиваются. Смотрите, если присмотреться, то видно, что... Сейчас. Вот. Видно, что красные диодики горят. Два красных. Открываем, они горят зеленым. То есть это показывает то, что кейс, там, допустим, заряжен или разряжен. Они, естественно, работают, когда вы их заряжаете. Два наушничка, которые здесь в кейс вставляются на магните. То есть i7 TVS, они туда вставлялись прям силой физической. Здесь магнит, который реально, ну вот смотрите, не позволяет им выпадать. То есть реально надежный магнит, который не держит хорошо и в кейсе. Дальше в комплекте вы получаете, собственно, ну, как и везде, инструкцию к наушникам, как и везде. И, собственно, кабель USB. Странно, что здесь не Lightning. Значит, ну, передняя и задняя часть абсолютно по размерам. И вообще они напоминают полностью оригинальные AirPods от компании Apple. Снизу, смотрите, прикол в чем, что здесь ободочек как будто бы Lightning. Но на самом деле внутри, если присмотреться, это обычный USB выход. Значит, это индикация зарядки-разрядки. Два наушничка, которые, ребята, тоже не имеют клавиш. То есть здесь все сенсорное. Кстати, один, когда вы достаете, вот в режим сопряжения они входят именно вот таким вот диодом, который моргает синим цветом. Вот. Здесь нет клавиш и есть сенсор. Сенсор реально работает. То есть сейчас я это продемонстрирую. Давайте их... Кстати, сразу покажу вот с оригиналами. Если сравнивать, смотрите. Вот оригинальные AirPods, они немножечко побольше. Вот реально, они немножечко побольше. И на самом деле, вот смотрите, в оригинальном вот так вот выглядит все. Здесь микрофон, а здесь немножечко по-другому. То есть здесь видно именно двойной такой контакт, чего в оригинале нету. Но очень реально похоже. Давайте сейчас покажу, как они коннектятся к любому вашему устройству. Самое главное, что здесь не будет такой проблемы, как было в i7 TVS. Там была проблема, что реально, блин, вы не могли подключить два наушничка одновременно. Вам нужно было их между собой коннектить. Здесь все намного проще. Мы заходим в Bluetooth на вашем устройстве, то есть абсолютно сразу. Включаем Bluetooth. И два наушничка мы просто вытягиваем с кейса. То есть ничего не нужно вам абсолютно делать. Вы вытягиваете с кейса, и здесь есть, вот, допустим, сразу уже есть Bluetooth. Мы пытаемся его подключить. И вот смотрите, телефон у нас сразу i5 TVS нашел и подключился. То есть здесь работает сразу два наушничка одновременно. То есть не нужно их между собой коннектить. Телефон все это сделает сам, наушнички при вытягивании их с кейса, они уже сконнекчены. То есть реально хорошие наушники за свои деньги, реально классные, которые даже можно более-менее нормально слушать.
Ребят, по типу зарядки, то есть все работает как в оригинальных AirPods, то есть вы подключаете сам кейс к зарядке, он заряжается, потом заряжает ваши наушнички. Если вы их вытащили, слушали, поставили в кейс, они автоматически начинают дальше заряжаться, зарядились, вытащили, они заряжены. Все реально классно, открыли крышечку, достали, и дальше они уже, то есть автоматически будут коннектиться, то есть не надо будет уже в Bluetooth заходить, коннектить. То есть вы их только достали, если уже на устройстве у вас Bluetooth включен, то в принципе они сразу автоматически будут подключены. Реально классная штука, по ссылочке в описании можете перейти, посмотреть, заказать. Спасибо за просмотр, ребят, не забывайте оценивать мои ролики, ставить лайки, дизлайки, все на свое усмотрение. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.